Привет, меня зовут Лиза. Мы находимся в моей мастерской. Это мастерская современной вышивки Лизы Смирновой на территории парка ремесел ВДНХ. Сегодня в моей мастерской мы будем декорировать футболку, обычную футболку с помощью ручной вышивки. Я буду рисовать эскиз, переносить его на ткань и показывать, как это делать. В дальнейшем мы разыграем эту футболку в инстаграме ВДНХ для всех подписчиков. Я текстильный художник, рисую и вышиваю свои сюжеты на ткани более 9 лет. И результатом стало открытие мастерской. Еще я веду обучающие курсы. Да, это мой основной вид деятельности. Я отношусь к этому как к работе. Я основное время уделяю вышивке и рисованию. Я занимаюсь творчеством много лет и привыкла складывать идеи в какую-то условную папочку, коробочку и иногда доставать их оттуда, просто вспоминая внезапные какие-то мысли и порывы. Иногда их достаточно много, и приходится их записывать, запоминать, а иногда бывают периоды, когда не вдохновляет почти ничего, и тогда я достаю это из заметок и реализовываю. Поводом для вдохновения может стать все, что угодно. Природа, друзья, работы других художников, выставки, кино, много чего. Ко мне часто приходят люди, не имеющие художественного образования, и, в принципе, за 6 недель, если они прикладывают достаточно усилия, то у них получается вышивать. Конечно, если хочется в этом развиваться в дальнейшем, то здорово параллельно учиться рисовать еще.